Второй день голосования на участке 34-18 в Щелковской художественной галерее проходит весьма активно. С самого утра сюда идут голосовать жители ближайших домов. В окружении произведений искусства проходит голосование в Щелковской художественной галерее. Здесь могут отдать свои голоса жители сразу нескольких домов. На избирательный участок приходят целыми семьями. Сделать свой выбор пришла и Нина Ивановна Иванова, а теперь почетный гражданин городского округа Щелково. Она, по собственным словам, голосует всегда и ответственно приходит на участок отдать свой голос за достойное будущее страны. Важно голосовать потому, что люди, которым мы доверяем, они должны показать, что это действительно так. На избирательном участке работают 38 наблюдателей, соблюдаются все меры безопасности и профилактики. Сегодня у нас идет второй день голосования. Численность нашего участка 1655 человек. Люди идут очень активно. Явка на второй день голосования уже более 25%. Организована разметка. На входе выдаются перчатки, маски, ручки индивидуальные. Очень много, что радует, идет молодежи, голосует к нам. Это самая важная активность, когда народ влияет на государство. Почему пришел сюда? Потому что нам надо что делать? Голосовать. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.